Гуляли все. Сегодня в Мышкине прошел уже традиционный для всех его жителей День соседей. Большое количество детей вместе со взрослыми веселились и отдыхали, а помогали этому специально приглашенные на праздник аниматоры, которые организовали массу конкурсов и раздали подарки. Провести гуляния помогли городские службы. Те мышкинцы, у которых не получилось посетить праздник сегодня, могут не расстраиваться. Организаторы запланировали еще один на 30 августа. Мы помогли просто площадку очистить для мероприятия, для этого помогли в соцсетях разместить информацию о том, что будет вот такое вот мероприятие, листовки по возможности расклеить по городу. Было очень весело, интересно, то есть и взрослые были, и дети были, даже взрослым было интересно смотреть. Прошло все очень здорово.